Лепси, всем привет. На днях мне подписчик написал: засними видео о том, как ты боролся с шумами в микрофоне. Да, ребят, при первом-втором стриме там реально возник такой вопрос, как бы как решить, как убрать, точнее, шум в микрофоне, потому что он бывает два типа: или пищит, или идет какой-то шум, как будто ветра, знаете, ребят, такого, ну, как бы. Первый вариант решения, ну, тот, кто стримит, там, например, через ShadowPlay, там, или еще какие-то другие программы, ну, не через OBS. Значит, мы заходим в звуки, запись, потом выбираем, ну, свой микрофон, вот он у меня. Потом нажимаем свойства, потом нажимаем тут уровни, вот. И немного уменьшаем этот уровень микрофона, то есть да, у вас станет слышно как бы тише, но то есть шумы эти могут немного пройти, можете потом поиграться с усилением, то есть немножко, но оно поможет, то есть, но все же как бы хорошего результата вы этим не добьетесь. Ну и тут в улучшениях подавление эхо можете нажать, если у вас такое будет. То есть, ну, в принципе, тут все. Ну, можете нажать прослушать с данного устройства, применить, послушать, как вот тут регулировать, там, слушать, как оно будет лучше, хуже. Ну, потом не забудьте убрать только эту галочку. Так, ну, это было решение тем людям, которые записывают не через OBS. И так как я записываю видео и стримлю только через OBS, потому что, как по мне, это самое... оптимальная программа, где много всяких удобных для меня настроек. Поэтому давайте посмотрим, как в OBS убрать шум. То есть открываем само OBS, да? Тут вот у нас звук Mic AUX. Нажимаем тут на шестеренку. Нажимаем тут фильтры. И все делаем как у меня. То есть пропускной уровень шума. Верхний порог минус 60, нижний порог минус 59. То есть у меня микрофон, ну, наушники HyperX. Микрофон, ну, такой, знаете, как бы средний. И вот эти настройки, ну, они как бы делают качественный звук. И убирают эти все шумы. То есть звук идеальный получается. То есть вот, тут все, длительность так и все... оставляете вот так, то есть вот тут только играетесь. И, ребят, если вас не будет устраивать вот эта настройка, сами поиграйтесь там и посмотрите, как будет для вас лучше. Потом компрессор. Ставим так, степень сжатия 32, порог срабатывания минус 6, атака 1, спад 1 и выходное усилие, ребят. Вот этот ползунок, ну и вот я ставил 22,80, вот где-то так, ребят. Поиграйтесь со звуком, чтобы было 32, я сейчас поставил, потому что, ну, это как-то сильно громко, но в некоторых видео мне просто так надо для, как бы, выделения игры, чтобы меня громче было слышно. А обычно вот стоит примерно вот где-то так. Ну, вы там сами уже слушаете, как вам будет больше подходить, вот, короче, на вот этом уровне. От 15 там играйтесь до 32, в принципе. Далее усиление, тут минус 30 ставим, шумоподавление минус 60. При этом все, то есть когда вы это все выставили, выставляется так, плюсик, нажимаете, вот это все выставляете, нажимаете, и по отдельности. Выставим. Да, я вот эти настройки увидел у одного, как бы, тоже человек снял видео на YouTube, как настроить плохой микрофон, то есть я у него взял эти настройки, немного чуть подправил себе там, да и, в принципе, это самый лучший вариант вот у таких настроек. Поэтому, когда вы это все сделали, вот тут еще есть ползунок. То есть, вы можете там поставить на 32 уровень и вот тут играться. То есть, вы больше сделали. Вот у меня вот на минус 20 вот ползунок. Это для меня идеальный вариант. Поэтому, ребят, я настраивал вот так. Поэтому, как вам там... будет удобно, так и настраивайте. Я показал лично свой вариант, как помогло мне, поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока.